Всем привет, ребята! Всем привет, друзья! Сегодня поиграем в Майнкрафт с моей сестрой Евой. Да, сегодня мы будем, короче, выживать в Майнкрафте. Ева, побежали! Сейчас мы бежим в поисках деревни, потому что здесь очень крутые деревни, и они часто в пустыне, ребята. Так что мы сейчас пойдем в пустыню. Да, ребята, сейчас пойдем в пустыню. Ева, будем искать... А, я вижу пустыню, ребята! Я кажется, что-то вижу вдалеке. Это домик, это деревня. Мы деревню нашли, ребята. Потом, подожди. Мы нашли деревню. Сейчас ее меня догоняет. Она где-то там в конце идет. Что мы быстро бежим. Вот она. Да, я плыву. Тут, короче, спруты есть. Это как там их... Эти осьминоги. Так, мы сейчас на самой глубине. Главное, чтобы они... Блин, мы сейчас... Я сейчас задохнусь, давай. Быстрее, гриби. Да, я успела. Так, быстрее идем в деревню, чтобы позабирать из сундука вещи, пока Ева доплывет. Давай. Да, Платона! Да, ребята, так что, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайкосики. И на мой канал. Так, да. Молодец. Там, там, вот знаешь, что там железный человек. Потом, для меня карту одну скинешь, окей? Да, я тебе скину. Да, зайди в этот домик, там в сундуке должна быть карта. Так, ай, костер! На втором этаже. На втором этаже я поднимись. Тыковка. Тут, короче, ребята, еще тыковки есть. Ну, очень прикольно, да. Платона, ты еще забрал карты. Отдай мне быстро. Сейчас, подожди, в этом домике, может, тебе отдам. В этом домике я тебе карту оставил. Окей, тут две. Две. Оставь мне две, пожалуйста. А в каком домике? Там одну в таком же. Вон, с которым ты видишь мой ник, да. Так, а я пока пойду в другой домик. А я у тебя, стой, потом покажи этот. А ты что, не видишь? Она не видит, да. Покажи потом. Вау. Вот этом? Ну, короче, нет, не в этом, в другом. Ты там найдешь, увидишь. Там сладкие ягоды еще по пути есть, так что ягодки возьмешь. Так, тут сундуков нет больше. Поднимаемся на второй этаж. И на втором этаже тоже пусто. Как бы нажали цензу, но пусто. А, вот это? Так, да? Так, ребята, я сейчас ягодки быстро соберу себе. Сладенькие ягодки, как они называются. Да нет, да, в этом. Если я не ошибаюсь. Ну, думаю, да, в этом. Пускай тут ягодки пособираем, потом пойдем с Евой гулять. Можно так. Да. А что тут так мало домов? Только три дома. Три дома. Дома. Не знаю, как это правильно выговорить. А что так мало реально? Деревня малодомная. Я ее там буду. Ребята, я нашел все дома. Я пока пойду посмотрю, что в этом доме. Так, а что в этом доме? А тут ничего нет в этом доме. Так что мы пойдем в другой домик. Лиса! Лиса? Где? Где? Покажи. Где тут печка какая-то. Будем в этом домике жить. Тут сундука нет, ребята. О, давай захвачу так. Так, да, давайте. Тут такие миленькие, такая миленькая лисичка пробежала. А куда она побежала? А! Да. Не могу выйти из дома. Вау. Ну, прикольно, кстати, такие деревни. Мне нравится. Я, кажется... Вот, смотри, Ева, Ева. Смотри, быстрее. На мой планшет. Я увидела. Лисичка, она такая миленькая. Пожалуйста, за лисичку поставьте лайк. А я пока... Там еще одна лисичка мне показалась. Показалась. Я сейчас сорву тыковку. Забрала себе тыковки. Платон, одну дай. Смотри, сколько тут тыковок. Тут очень много тыков. Я сейчас себе позабираю тыковок. Ребята, хотели бы, чтобы у вас в миру в Майнкрафте было столько тыковок? Я бы очень сильно. И мне повезло, я заработал тыковки. Так, ребята, мы сейчас уже будем скоро заканчивать, потому что... Да. Ну, потому что вот так.
Потом я не могу носить. И в следующей серии мы с деревни идем искать новые. Потом я на голову не могу одеть. Ребята, пишите комментарии, или бы вы хотели с нами по сети поиграть. Да, ребята, если вы хотели, напишите, с какого вы города. Лисичку нашла! Если вы с Украины, с города Киева. Я лисичку нашла! Еще одну я лисичку нашла! Ева, моя сестричка лисичку. Ребята, ладно, давайте мы будем уже заканчивать. Так что ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал! Всем, стойте, ребят, на прощание зайду в этот домик. Просто он такой прикольный, мне вот маленькие глаза, и хочется зайти в этот домик. Так, что в этом домике есть? А в этом домике нет сундучка, ребята. А я так хочу. Во второй серии мы будем путешествовать по Майнкрафту. У нас будет много серий по Майнкрафту, так что подпишитесь, и поставьте колокольчик, чтобы вы смогли увидеть наше видео и не пропустите никакой серии. Так что всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь, Ева. Всем пока!